стеклянных банках там есть буйярский рассольник, борщ, солянка. Вот я хочу рассольник. Я вам тогда возьму. Не одну, а две банки. Да. Спасибо большое. Но мне неловко людям-то глаза мозолить. Я стихи читаю. Не только это как бы благодарность, кто мне помогает, но мне и память надо тренировать. Вы можете какое-нибудь стихотворение прочитать одно? Да я очень много могу прочитать. Начну со своего стихотворения. Когда бы сбросить мне года, начать сначала, с юных лет. Дорогу выбрал я б тогда, которой не было и нет. Но где дорогу отыскать, которой не было и нет? Да просто надо помечтать, и в этом весь секрет. Но как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Да просто надо не стареть, да просто надо не стареть. Так рад был, что меня послушали, спасибо за помощь. Вам это спасибо. Очень трогательно. Вы извините, большое. Что я вот сижу вот тут вот. Неловко мне все равно. 42 года отработала, пенсию дали 7 тысяч. Это за 42 года. На работу меня уже никуда не возьмут. Вот и приходится.